Вот это здание грязелечебницы. Здесь и ванны принимают разные, и грязи. Ингаляторий. Тут вот можно раздеться. Держи. Так, это вот грязное отделение. Там грязи. Это ингалятория, ингаляция, тут закрыто, вот он такой небольшой. Со второй кабинки, мамочка, куда ушла? Не знаю. Я же сутки. Ладно, что же нам не звонит? Все. Значит, это так.